17 заявок было подано в этом году от Городецкого района на участие в областной программе поддержки местных инициатив. В результате конкурсного отбора победителями стали 7 проектов. Их общая стоимость составила порядка 10,5 миллионов рублей. Областная субсидия составит на реализацию этих проектов 4 915 тысяч рублей. Средства спонсоров и средства населения, которые будут собраны на реализацию этих программ, 2 миллиона рублей. На эти деньги в Заволжье будет проведено благоустройство 2 дворовых территорий и заменено асфальтное покрытие на 6 улицах. Новая дорога появится в поселке Первомайском и еще в 3 сельских поселениях – в Берликово, Строчково и в поселке имени Тимирязева. А в деревне Ложкино Кумахинского сельсовета будет отремонтирована артезианская скважина. Активность проявили предприниматели и предприятия, которые осуществляют свою деятельность на территории нашего района. Поэтому программа и хороша тем, что есть взаимодействие между властью и населением района. Поэтому люди с каждым годом проявляют больше всего активность на участие в этой программе. В общей сложности на реализацию программы поддержки местных инициатив в Нижегородской области предусмотрено 200 миллионов рублей. Этих средств не хватило на поддержку всех проектов, поэтому губернатор Валерий Шанцев принял решение о выделении еще 70 миллионов. Дополнительный отбор конкурсных заявок пройдет в первой половине мая. Будем надеяться, что количество проектов, прошедших конкурсный отбор по этой программе, увеличится, и количество благополучателей Городецкого района будет еще больше. Приступить к выполнению работ по реализации проектов победителей программы поддержки местных инициатив в Городецком районе планируется буквально через месяц.